Всем привет! Надела опять вот такие тапки, иду на огород. Ну, просто они быстро обуваются, поэтому я в них люблю ходить по двору, по огороду. Для чего я иду в огород? Я хочу посмотреть, как там поживает улиточка. Может, она уже, конечно, уползла. Вот, сейчас мы посмотрим. Ну, как видите, тут оттенечек. Улитки любят, когда темно. Вот. И сюда вот я ее поставила. Я чуть не упала. Ой, как это все тяжело. Так, давайте посмотрим. Мне кажется, что она уже уползла. Ползла и уползла. Нет. Нет, она вылезла. И вот где она. Она в контейнере. Она не хочет уползать. Боже, какая ты красивая. Надо мело принести. Ой, тут столько очень... Тут очень много мошек. У нас тут огной, поэтому очень много мошек, но наверху вроде бы нету. Так, ой, сейчас упадет. Очень боюсь, что сейчас пойдет дождь. Вот, надеюсь, он не пойдет. Ну, смотрите, тут деревья, ну, ветки, поэтому дождь особо сюда не попадает. Но вообще, я надеюсь, что она уползет. Но если не уползет, то я ее заберу. А я иду за мелом. Сегодня просто дождь обещает. Вот, поэтому я переживаю. Посмотрите, насколько большие тапки. Привет. Как дела? Так. Так, тут у меня, видите, ягель. Я думаю, ей то ягель надо немножко дать ягель. А так, возьмем ягель. А тут у меня мел. Вот пакеты. Я набрала мелом. Сейчас упакую. Тут ягель. Все, несем. Спокойной ночи. Отдыхай. Конечно, неудобно ходить на огород. Так, иду к улитке. Несу богатство. Ой. Вот это дерево. Такое высокенькое. Сейчас буду класть. Одной рукой это делать вообще неудобно, поэтому я сейчас положу телефон. Смотрите, она вылезла. Я думаю, что сейчас она будет лезть на стенки, а потом уже на дерево полезет. Вот этот ягель очень сухой, вот. Не знаю, как его покласть на дерево, потому что вот этот такой влажненький, а этот сухой. Вот. Сейчас насыплю мело ей, чтобы был кальций у нее. Да, сейчас я ее кормлю, но потом она уже еду будет добывать сама. Так. Это пока что. Может, она и уползать не захочет. Это мел именно для нее. Я его тут оставлю. Так, ну а этот ягель я покладу сюда. Вот как-то так пока что. Так, я сейчас подниму высоко руки, встану на носочки, покажу вам улитку. Вот она. Вот. Не знаю, видно вам или нет, просто я не вижу, что я снимаю. О. Мухи летают, мошек очень много. Квочка ходит. Походу, она собралась убегать. Так, так. Если она этой стороной пойдет, то она, кажется, вот тут вот. Но надеюсь, что она потом поползет вот так вот. И будет хорошо. Не знаю, видите вы мошек или нет, но их тут дофига просто. В ухи лезут. Их тут очень много. Вот-вот-вот, она ползет, все. Надо, наверное, это будет заснять. У нас холодает. Может, ее домой собрать, я не знаю. Прошло минут 10, у нас похолодало очень. Я поняла, что ей нравится в контейнере, потому что с него она не особо хочет выползать. Сейчас я ее сама оттуда достану, посмотрю, как она будет тут ползать. Если ей не понравится, то посажу ее обратно в, контейнер. Но вообще сейчас пойдет дождь, я за нее очень переживаю. Скорее всего, я ее заберу домой. Я тапок упал в крапиву. Вот она уже не ползет, она уже... Опля. Достаем. Кладем ее на мох. И посмотрим. Ну вот, как-то так. Господи, сколько мошек просто. Их тут-то дофига. Ой, я, наверное, буду забирать улиток,
улитку, потому что идут тучи. Ну, тут одни тучи, там тучи. Вот. Сейчас я думаю, что пойдет дождь. Если пойдет дождь, то я не знаю, что с ней будет. Также тут и дофига муравьев. Я знаю, что ей муравьи не страшны. Я это прекрасно знаю. Просто я привыкла, что для хотин муравьи это страшно. Она влазить вообще не хочет. Она не хочет там ползать. Она отвыкла от таких условий. Просто отвыкла от таких, будешь жить в таких. Ой, Джамилю. Короче, я ее походу заберу обратно. Серьезно, жалко ее отпускать. Я по ней уже соскучилась за это время. Она тут была 5 часов на улице. Из контейнера она не вылезла. Когда потеплеет, я ее выпущу. Пока что у нас на улице не особо так тепло, поэтому у нас каждый день идут дожди, поэтому пока что выпускать не буду. Надо поискать ей палочки. Так. Так, вот две палочки я ей сломала. И сейчас мы идем. Говори, мучаю я тебя. Мучаю, короче, я улитку просто. То на улицу, то домой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, где ей больше понравится, на улице или в моих условиях. Просто я знаю, что так не надо еду искать. Она в постоянном доступе. Все.